занятия кружка любителей гегельской диалектики 2016-2017 года учебного. Значит, ну, первый вопрос, который я хочу затронуть, это вопрос об обеспечении нас, всех, кто занимается изучением диалектики, книгами «Наука логики». Значит, как с этим обстоит дело? На сегодняшний день дело обстоит так, что нигде в России купить «Науку логики» в тех изданиях, которые были, по всем сообщениям, которые мы имеем, невозможно. Вот, поскольку одно время активно издавали, вот те, кто должны были бы издавать, наверное, озабочены получением прибыли или доходов, так сказать, как-то вопросы научные, видимо, меньше волнует издательство, и поэтому вот нету. Ни одно издательство из тех, которые издавало, ни издательство «Мысль», ни издательство вот, наше в Ленинграде, которое есть издательство «Наука». Этого не делают. Но, как всегда, бывает, есть и выход из этого положения. Значит, у нас два крупных магазина. Дом книги, во-первых, и во-вторых, в Ленинграде. И буквоед. А буквоед – это сеть. И в каждый магазин можно явиться и сказать, распечатайте мне, пожалуйста, изготовьте мне по заказу том первый «Наука логики». Надо заплатить будет чуть-чуть меньше 400 рублей, и будет том первый. Потом можно точно так же заказать. Или сразу том второй, том третий. И вот примерно в таком виде будут тома. А это вот том первый не издательство, мысли, не вот с этого издания, а с издания... С издания... «Труды Петроградского философского общества», выпуск 12, «Гегель. Наука логики», под редакцией Дебольского. Вот я здесь это оставляю в этом помещении, как бы это наше произведение. И вот примерно в таком виде можно получить любой том «Науки и логики», если вы обратитесь в Дом книги или в сеть книжных магазинов «Буквоед». Значит, я в «Буквоед» недавно заходил, еще раз проверил. Причем заходил я так, в случайно выбранный магазин около Чернышевской. Там сразу набрали, показали, сколько за какой том нужно заплатить. И время изготовления порядка 10 дней. Вот, собственно, проблема так решается. Ну и, следовательно, по мере того, как появляются новые люди, которые желают ознакомиться, они будут себе заказывать, и это будет решаться. Что касается ситуации в других городах, то надо узнать, есть ли там такая услуга. А если нет, то сказать, а вот в Санкт-Петербурге есть, а почему у нас нет, чем мы хуже? По почте высылают в любой город. Он здесь заказать пишет. Здесь заказать, да, и по почте? Да, я так всем даю, и все так сказать. Ага, ну вот, Иван Михайлович тут говорит, что если заказать в «Буквоеде» в том же, да? В «Буквоеде» можно заказать, ну вот, а вы можете адрес дать сейчас? Сейчас не могу. Сейчас не можете. Ну, это можно «Буквоед» и посмотреть в интернете. На сайте «Буквоед» там поиск есть, «буквоед.ру». На сайте «Буквоед» можно заказать, и, следовательно, книга почты вышлют, да? «Буквоед» вышлет какая-то. «Буквоед» вышлет, то есть они, значит, надо им платить деньги, и потом они вышлют. Хорошо, так что вот это первая проблема. Теперь... Мы возвращаемся к тому, как мы собираемся дальше продолжать изучать. Я посмотрел, как в других местах изучают. И должен сказать, что вот в Москве, в МГУ в том числе изучают науку логики Гегеля. Но это изучение все-таки такое обзорное, я бы сказал. Обзорное, то есть вот рассказывает об учении о сущности, рассказывает о учении о бытии, специальных лекциях, рассказывает о учении о понятии, а вот так, чтобы стоял вопрос о том, чтобы выводить из одной категории следующую, вот таким образом, пока, к сожалению, кроме нашего кружка, так никто не делает. А это единственный способ, при котором можно действительно изучать или изучить диалектику. Потому что если мы не можем выводить, то это сводится к тому, что обзор, например, того, что зачем идет,
Делается очень просто. Не надо изначально, сначала читать, надо взять оглавление. И в этом оглавлении. И в этом оглавлении вы знаете, что зачем следует. Значит, мы говорили о том, что было бы желательно, независимо от того, понятно, непонятно сейчас то, что читается, желательно читать, ну, как читают, в общем, текст первый раз иностранный. Читают, потом второй раз читают, на третий раз. И при изучении языка, вот люди где-то, если половина понимают, постепенно они понимают все больше и больше, знакомятся со словами, привыкают. И это облегчает дальнейшее понимание. Поэтому в любом случае положительным будет шагом, если вы возьмете и прочитаете науку логики до конца. В частности, вы обратите внимание при этом на то, что некоторые категории, они, которые встречались в самом начале, они потом начинают фигурировать, в том числе и в учении о понятии, в том числе категории наличного бытия и категории определенности, и так далее. То есть, если что-то вы уже изучили и что-то знаете, то вы увидите, как это потом применяется. Ну и потом ясно будет, как книга устроена. А как устроена эта книга? Ну, можно сказать, она устроена очень просто. Проще уже не может быть. А именно, она устроена примерно так. Бытие, его отрицание и отрицание этого отрицания, возвращение к бытию. Но не как к непосредственному, а посредственному вот тем, что отрицается. Вот и все. То есть первая книга – учение о бытии. Мы рассматриваем категории бытия, и постепенно сначала мы рассматриваем качество и все категории, которые в него входят, потом количество, меру, появляется узловая линия отношения меры. И вот, так сказать, мы видим, что через все эти узлы идет что-то такое безмерное в этом смысле. Безмерное, как проходящее через все различные качества, отличающиеся и количественно в том числе. И вот тем самым мы приходим к тому, что бытие снимается. А снятие, мы знаем, это что такое? Это отрицание с удержанием. И причем это мы усвоили в самом начале, когда рассматривали еще снятие становления. Вот когда мы рассматривали переход становления в наличное бытие, или становление, ставшее спокойной простотой, вот тогда мы уже поняли, что такое снятие. И снятие – это всеобщая категория, без нее вообще нельзя понимать развитие. Всякое развитие идет через отрицание в прежнем состоянии и происходит снятие. Например, каждый здесь присутствующий содержит в себе своих родителей, и они находятся в нем в снятом виде. Правильно? Кто богаче? Кто сложнее? Сложнее тот, кто имеет своих родителей, и родители проще, потому что вот их сын или дочь, они, поскольку они результат своих родителей, они включают в себя своих родителей, как то, из чего они появились, в результате чего они получились. Это относится точно так же и к развитию общества, скажем. Вот можно у нас некоторые товарищи, вот наши, можно сказать, даже союзники и друзья, они очень, как-то, как только они какое-нибудь услышат доброе слово про производство при капитализме, они сразу, значит, возмущаются, говорят, надо же это капитализм только критиковать и разоблачать. Ну, а что такое капитализм? Для тех, кто диалектически понимает, что такое коммунизм. Коммунизм откуда берется? Он является снятием, отрицанием капитализма с удержанием. Насчет того, что тут именно снятие происходит, ведь Ленин говорил, что нужно для того, чтобы был коммунизм. Для этого нужно обобществление производства. Крупная машинная индустрия. Кто создает крупную машинную индустрию, создает капитализм. Ну уж если говорить уж совсем резко, не рабочие создают крупные машины. Они участвуют в создании, а вообще организатором крупной машинной индустрии изначально являются капиталисты.
те, кто создают фабрики, заводы и так далее. Другое дело, что при этом капиталисты – виновники того, что они же и разрушают. И это процесс противоречивый. Но если он противоречивый, надо видеть обе стороны, обе тенденции. Это раз. Во-вторых, Ленин говорил, что банки не только носят такой паразитический характер, они еще вот эти банки, это почта, телеграф, телефон, это, а сегодня мы бы добавили обязательно интернет, это идеальная бухгалтерия нового общества. Это вот то, что необходимо для того, чтобы наладить всенародный учет и контроль. А без которого, если бы это вот капитализм не создал, невозможно было бы построить коммунизм. То есть коммунизм строится не из пепла, не путем сжигания того, что и уничтожения того, что сделал капитализм, а путем обобществления того, что сделал капитализм. То есть в отличие от того, что болтают всякие дурачки, что, дескать, коммунисты хотят отнять и разделить, но на самом деле коммунисты хотят отобрать у частных собственников то, что создано трудом рабочих, а не трудом собственников, правильно? И соединить, потому что общественная собственность на средства производства есть основа коммунизма, и коммунисты означают общий, поэтому ни о каком делении речь не идет. А вот отнять и поделить – это был эсеровский лозунг, который большевики осуществили по требованию крестьян. И большевики не могли не пойти на встречу крестьянам, поскольку они были союзниками и в социалистическую революцию, и в гражданскую войну. Хотя потом выяснилось, что то, что объясняли большевики, что все равно появятся вновь кулаки, вновь бедняки, и вновь придется решать этот вопрос об обществлении. Поэтому революция в деревне социалистическая произошла гораздо позже. Она произошла в конце 20-х, начале 30-х годов. А революция в городе произошла социалистическая в 17-м году. Можно сказать, что две революции в этом смысле. Или одна большая революция захватила вот такой длительный период. Ну и если мы понимаем, да, теперь рабочий класс, как класс, который является дисциплинированным, грамотным, обученным, организованным, сплоченным. Кто это обеспечивает? Это обеспечивает то же самое, капитализм. Эту сплоченность вовсе не... Или мы скажем, что это профсоюзы сделали дисциплинированными рабочих. Да, профсоюзы, конечно, они участвуют в этом процессе. Но прежде всего это делает крупное машинное производство, кто бы им ни заведовал, чьей бы собственности это не было. Поэтому в итоге, если мы будем говорить, как надо относиться к капитализму со стороны коммунистов, это мама коммунизма. Ну, с мамой бывает, знаете, какие скандалы. Рассорятся, разойдутся, любят жить обязательно отдельно, предпочитают, никто не стремится жить обязательно с мамой. Но, ну как, всякое бывает отношение с мамой. Но не надо забывать, что капитализм – это мама коммунизма. Ну, а если вы возьмете классиков, например, того же Маркса, он говорит, что вот про капитализм он говорит, что вот это старое общество беременно новым обществом. Да, так и говорит, да, беременно коммунизмом, капитализм. Так говорит, говорит. Или он говорит, родимые пятна коммунизма есть, то есть отпечатки. А в коммунизме есть родимые пятна капитализма. Я проверил, меня слушают. Внимательно и контролирует. Ну, если родимые пятна. Ну, кто родил коммунизм? Ну, Маркс считает, что он рождается из капитализма. Другое дело, что, почему говорят, рождается. Потому что каждый, не родители родили ребенка. Вообще, хоть и говорят родители, а говорят, родился человек. Когда вы родились себя, родились. То есть рождается человек сам, хотя ему помогает. Поэтому и коммунизм, конечно, рождается сам, и рождение коммунизма обеспечивает рабочий класс. Конкретно рабочий класс, а не вообще капитализм. Рабочий класс капиталистического общества. И когда он осуществляет революцию, он из пролетариата становится господствующим классом, уже не пролетариат. И когда мы говорим «диктатура пролетариата», то мы уже это говорим в фигуральном смысле. Потому что пролетариат, который взял средства производства, решающий
собственность пролетарского государства, уже не пролетариат. Он рабочий класс, поэтому вот Ленин, когда определяет диктатуру, говорят и говорит, что диктатура пролетариата – это научное латинское историко-философское выражение, означает, что только определенные классы, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых. А не в том смысле, что мы этих рабочих считаем по-прежнему пролетариатом, как будто у них ничего нет. Как ничего нет? Они уже завоевали власть, и они через некоторое время берут в собственность государства решающие средства производства, а поскольку государство пролетарское, государство действует в интересах рабочего класса, а рабочий класс выражает интересы всех членов общества, то собственность государства рабочего класса является формой общественной собственности. Не общенародная собственность, как писали в хрущевские времена, а государственная собственность является формой общественной. А благодаря ведущей роли этой государственной собственности, собственности государства рабочего класса и кооперативно-колхозная собственность тоже становится формой общественной. И ключевое значение для этого или в этом играли машино-тракторные станции. И это Сталин в экономических проблемах социализма СССР разъяснял, что это вот пролетариат прямо на селе городской. А техника сельскохозяйственная, решающая средства производства наряду с землей, оно находится в руках у кого? У государства. А собственность на землю у кого? Тоже у государства. У нас же не частная собственность была, а государственная собственность на землю. Так что и крестьяне, между прочим, и выступали сами за то, чтобы собственность на землю была государственной. Вот. Это вот категория снятия. И вот как только мы перешли к снятию бытия, и вот начались те сложности в понимании, в которых мы застреваем, и которые представили большие сложности для всех изучающих в прошлом году, и для нас это будет тоже сложно. Почему? Это объективно сложно, потому что в обычной жизни вот с тем, с чем мы встречаемся в учении о сущности, вот это, она вот здесь отдельно напечатана в издательстве «Мысли» в 91-м, по-моему, году. Нет, в 71-м году. В 1971 году. Вот эту книжку можно читать очень долго. Кто-то, если кто-то на сколько-то месяцев куда-то уезжает, может взять эту книгу, ему хватит. И еще останется. Почему? Да потому что раз уже снято бытие, то все, что здесь вот вдруг появляется, и все, что рассматривается, появляется не так, как надо. Почему? Потому что это учение о сущности. А сущность есть... Да выключить. Снятое бытие. Снятое. Что значит? Бытие с отрицанием. Отрицание бытия. То, что в нем есть... Вот это да. Сейчас я тоже выключу. Кайонов. Александр Сергеевич, я перезвоню вам. Сейчас кружок. Ага, спасибо большое. А? Так, Казенов, надо выключить. Так. Поэтому только ты вот начинаешь что-то понимать или разглядывать, говорит, так это не сущность. Почему? Потому что вот если ты разглядываешь, как только ты что-то начинаешь понимать и выяснять, и разглядывать, ты замечаешь, что оно бытие. Ну, раз я его рассматриваю, значит, оно бытие. А значит, не сущность. А что значит, как получить сущность? Надо опять взять с отрицанием. То есть основная категория вот этой сферы, которая на первом месте тут стоит в этой вот книжке, в этой части, это отрицание. Отрицание. А утверждение берется как отрицание этого отрицания. Бытие. Если у вас появляется какое-то бытие, то
Это значит, это не сущность. Значит, чтобы понять, что связано с этим бытием, надо взять его отрицание, взять сущность. Более того, вот мы хотим здесь что-то понять и различить. Как различить? То есть надо взять определенность, да? Что такое различить? Как различить? Ну, что-то определенное. Если неопределенное все, то ничего невозможно различать. Ничего невозможно понять. Значит, надо понять, как здесь строится определенность в учении о сущности. В учении о бытии мы знаем, что такое определенность. Да? Я думаю, что вот каждый, кто здесь присутствует, скажет, что такое определенность. Вот, например, Владимир Александрович, я вот только спроси, что такое определенность, что он скажет. Определенность – это… Отрицание – это небытие, принятое в бытие таким образом, что в целом мы рассматриваем бытие. То есть надо знать про нас, кто мы. Вот про нас обязательно нужно вот в этом, чтобы не забыли нас, да? Я думаю, нас лучше опустить. Ну да, ну то есть… Иначе подумают, что без нашего кружка вообще не бывает определенности. Определенность – это не бытие, принятое в бытие так, что так. Целое имеет форму бытия. Да. Ну, почти форму. Все точно. Сложно, за исключением одного слова. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Почему конкретное? Потому что здесь не одностороннее, а двустороннее. Правильно? Как это получилось-то? Вот вы сейчас ее просто вот сформулировали. А как получилось? Мы начали рассматривать, мы рассматривали то наличное бытие, которое у нас получилось в результате снятия становления. А раз оно есть результат снятия становления, то в нем есть становление. А в становлении есть два момента. Бытие уже налицо, вот его видно. Небытие там. Нет, в становлении нет небытия. Нет в становлении небытия. В становлении есть ничто. А ничто, другой момент, следовательно, он есть в наличном бытии. Есть, но его не видно, он не налицо. Так вот, давайте на него посмотрим, раз его не видно. Это то, что не видно обычным взором, не увидишь, а умственным взором можно увидеть то, что не видно. Даже вот сейчас можно увидеть, что у вас за спиной. За спиной у вас спинка дивана, Константин Константинович. Так что ничего такого тут, такого страшного и невозможного. Увидеть то, что непосредственно не налицо, нет. И мы знаем, что, вот скажем, сейчас не видно станции метро Московская, а она есть, но не здесь. Вот, значит, определенность. То есть, чтобы получилась определенность, надо… А как получается определенность? Гегель вот в учении о бытии объясняет. Или надо что-то светлое затемнить, или темное осветлить. Так? Так. Потому что в абсолютном свете ничего не видно, так же, как в абсолютной тьме. Вот если у вас абсолютная темнота, вы ничего не увидите. Но если включить абсолютный свет, то сейчас у нас не абсолютный горит. Если бы тут был абсолютный свет, если бы мы не ослепли, то во всяком случае ничего бы не было видно и ничего бы не записывалось. Поэтому можно так понимать, можно так. Так вот, если по отношению к учению о бытии мы сталкиваемся с ситуацией, когда… Но если бытие рассматривать как свет, то его отрицание – это… Небытие. Да, это не бытие, это вот темнота. То если мы теперь берем учение о сущности, здесь светом, то есть главной категорией этой книжки является сущность, то есть отрицание, снятое бытие, отрицание. А в качестве его отрицания, то есть в качестве небытия того, что есть, что выступает как главная категория, является бытие. То есть бытие теперь является таким моментом, который дает определенность. И, следовательно, здесь получается так, что вот само бытие тут выступает в роли отрицания. И вот у нас отрицание, а его определенность дается его отрицанием.
А из-за того, что отрицание, отрицание – это отрицание самого же отрицания, здесь обытие здесь не может быть. Целым. Здесь целым может быть только отрицание. Следовательно, здесь в результате, когда мы начинаем брать определенность, раз она является отрицанием отрицания, она превращается тем самым в бытие, а бытие отрицается самой этой сферой всей, учением о сущности. И поэтому идет бесконечное движение. И вот это бесконечное движение, оно и нам затрудняет вообще понимание и усвоение, потому что мы с этим обычно не встречаемся. Где не встречаемся? В книжках, а в жизни встречаемся все время. У нас в организме идет бесконечное движение. Сердце бесконечно, пока человек живет, оно бесконечно бьется, без того, чтобы мы на это обращали внимание. Даже наоборот, когда мы обращаем внимание, что-то там не в порядке. Желудок нас не спрашивает, переваривать или не переваривать пищу, так сказать, там идет бесконечный процесс. Значит, в каждой клетке продукты распада уходят и удаляются из организма. И наоборот, кислород, благодаря дыханию, он благодаря легким, переходит в кровь, а кровь разносит по всем клеткам. И это тоже проходит без того, чтобы мы этим вот особенно занимались и на этом акцентировали свое внимание. Наоборот, когда кто-то заболевает, тогда вдруг появляются какие-то проблемы, конечности. А так вроде это само собой идет в прямо противоположных направлениях. Скажем, есть у нас венозная кровь, которая содержит продукты распада и углекислый газ. И есть артериальная, которая несет кислород и элементы пищи ко всем клеткам. И это, так сказать, все время идет, все время происходит и в прямо предположенных направлениях. Поэтому, с одной стороны, мы вроде бы знакомы с этим всем. Ничего я тут не сказал, никакой новости никому. Все это прекрасно знают, это всем известно. Но, как говорил Гегель, известно еще не есть от того познанное. И вот когда это же логически выражает, то вот получается вот такое бесконечное движение, которое теперь имеет определенность. Определенность в сфере учения о сущности есть рефлексия, то есть отражение. Что такое рефлектор? Все знают. А тут рефлексивное движение. Что значит рефлексивное? Ну вот, скажем, каждый, кто ездил на автомобиле, например, Константин Константинович, он вместо того, чтобы посмотреть назад, чтобы увидеть, что сзади, он же не смотрит назад, я знаю. Он смотрит в боковое стекло. И тогда и товарищ Шилов, и товарищ Герасимов, когда они едут, они смотрят не туда, где там это все происходит, и товарищ Гавшин, они смотрят, и другие есть товарищи. Все время смотрят не туда. Почему? А у них рефлективный такой взгляд. Они смотрят вот так и вот так. И точно так же подводники в подводной лодке, они что, так смотрят, и потом углом. Нет, они смотрят так, ну, а зеркала построены так, чтобы лучи поступали в перископ и в итоге попадали к тому, кто наблюдает. И находится он глубоко под водой, и тем не менее люди видят, что происходит наверху. Это называется отражение. Это на русском языке, а на иностранном русском языке это рефлексия. Ничего такого тут такого заумного нету. Рефлексивное – это значит отраженное. То есть все категории, как только вы что-нибудь получили, как бытие, вы должны сразу сказать, а вот теперь, ну это не сущность. И значит, надо взять это же с отрицанием. То есть все, что вы получаете, надо брать с отрицанием. И с этим связана сложность, я об этом должен всех поставить в известность, доложить, чтобы никто не удивлялся. Почему вот получается, что это все заумно так все? Да потому что мы имеем дело с чем? С тем, что не видно. Вот. То, что вы хотите видеть, оно просто как бытие, это на поверхности. Вы же хотели вникнуть в сущность, что же вы удивляетесь, что там не так? Чем мы удивляемся, что там не так, если вы углубились в самую глубь? Но эта глубь на самом деле научная, потому что вот Гегель, он всегда очень мягко критикует предыдущих философов, считая, что они каждый внес какую-то лепту в построение системы философии. Он говорит, вот Яков Беме. Его философия нас обращает в самую глубь, ну, в смутную глубь. Ну, а здесь по смыслу.
по смыслу, если мы берем сущность, значит, сущность есть снятая бытие. И все, что здесь всплывает, оно должно быть взято с отрицанием. И вот когда мы поймем, что только определение здесь, это может быть только то, что отрицает отрицание, и тоже и само поэтому отрицается. Но что отрицает отрицание? Вот там просто было там отрицание бытия, да? Не бытие, принятое в бытие, отрицание бытия. А здесь отрицание, отрицание является определенностью. Но отрицание, отрицание дает бытие, оно тоже должно отрицаться. Поэтому бесконечное движение отрицания. Вот это бесконечное движение отрицания является характерной для учения сущности определенностью. И вот уже когда начинаем классифицировать эти определенности, мы видим, вот, и вот тут он разбирает знакомые для всех категории, когда нам уже становится хорошо. Потому что вот от первого, так сказать, раздела чтения учения о сущности к всем становится нехорошо. Но потом у нас рассматривается категория тождества, различия и противоречия. Родные, можно сказать. Но они потом, когда ты их рассмотришь, они уже не родные. Или родные, но уже совсем другие. Почему? Потому что выясняется, что тождество всегда – это тождество различного. Так? И, например, вот если его брать как тождество тождественного, то ничего умнее того, что бревно есть бревно, елка – это елка, дуб – это дуб. Это вот что утверждается отождествляющей речью, ничего более умного вы не скажете. Только тогда имеет смысл говорить о тождестве, когда есть что-то различное, что-то разное, что-то нетождественное. Например, мы с вами, как люди, равны. Что значит мы как люди равны? Мы же разные люди, и как мы равны? Как люди, но мы все же люди. Вот мы как люди равны, а вообще-то мы все разные. Ну, все же понимают, что здесь нет таких такой пары, которые были бы близнецами, и нет таких близнецов, которые бы не отличались. И поэтому все вот эти сказки, что вот если будут клонирования, да будут разные люди, да, они уже на второй день после клонирования все уже разойдутся по своим данным и показателям, потому что каждый проходит индивидуальный путь. Индивидуальный путь. И дело-то не в том, какое у него лицо и нос, а дело в том, какой он становится как человек, а человек есть продукт обстоятельств и воспитания, как написано у Маркса в тезисах о Фейербахе. Хотя я видел, у нас, например, защищали в университете два человека, абсолютные почти близнецы, и оба получили тройки. То есть, я думал, хоть оценки хоть будут различаться. Нет, и оба грустно так после этого себя вели. Ну а что же не грустить, когда на итоговом экзамене получаешь трояк. Вот. А что касается различия, вот когда люди расходятся, которые раньше были мужем и женой, говорят, мы, жена заявляет, мы разные люди. А что, она раньше не знала, что разные? Как-то это все понятно, что разные. Это... А что, одинаковые? Сейчас, правда, женятся одинаковые люди. Ну, не совсем одинаковые все равно. Хоть и так, если взять. То есть, где вы видели такое различие, где бы не было равенства? Вы же говорите, различные корабли. Ну, все корабли. Это корабли, это корабли. Какие же они различные, когда это... И это корабли, это корабли. Различные марки самолетов. Так и все самолеты. Так? Различные работники, различный уровень понимания. Это понимает, и это понимает, но уровень их различный. То есть получается, что различие всегда различие тождественного. И что эти две категории, они неразделимы. Неразделимы. То есть вы только с одной стороны берете или с другой стороны. Обязательно. И начиная, поэтому углубляясь дальше, а какая тут категория важнее, тождество или различие? Тождество – это как бытие, а у нас сфера сущности. Значит, надо брать категорию различия как основную для этой книги, вот для этой книги учения о сущности. А различие надо рассматривать. Вот мы начинаем там различать разность, ну просто разные.
Мы не обсуждаем, чем они разные. Ну, разные и все. Вот мы с Борисом Николаевым разные люди. Кто будет спорить? Никто не будет спорить. А в чем, говорит, разность? Они в чем? А вот разные и все. Ну, можно находить уже всякие там дальше. Но это будет уже не разные, а различные. А вот если различные, то есть различия. Вот он в шерстяной кофте, а я в пиджаке. Это уже различие, правильно? Вот. Он большой человек, а я среднего роста и так далее, по росту и так далее. Это уже пошли, это различия. Поэтому и что мы видим? Разность, различие и противоположность есть еще. Когда прямо одно является отрицанием другого. Вот классы противоположные, да, буржуазия и пролетариат. Два класса. Один, то, что выгодно одному, невыгодно другому. Но есть то, если это единство противоположностей, то обязательно, если это противоположность, у них есть единство. Если у них единства нет, они и не противоположны. Если они вообще в разных концах и разведены, и никогда не соприкасаются, один класс на Луне, а другой на Меркурии, то это не противоположность. Только тогда, когда они в единстве. Значит, есть и общие интересы рабочего класса и буржуазии, но основные их интересы противоположны. А кто думает, что все интересы противоположны, тот, извините за выражение, дурак или безграмотный человек совершенно. И мы с такими встречаемся, таких очень много среди левых, которые как услышат, что, оказывается, есть какие-то действия буржуазии, которые соответствуют интересам рабочих. Есть. Разумеется, это не касается их коренных интересов. Не коренные, потому что коренные интересы рабочего класса и коренные интересы буржуазии прямо противоположны. Скажем, вот раз буржуазия развивает производство, но ее коренной интерес не развитие производства, а извлечение прибыли. Это вот она делает, ну, поскольку не обойдешься никак, прибыль не получить, хотя вот целый слой и существует буржуазии, как рантье, или сейчас они красиво называются инвесторы. То есть это люди-паразиты, которые ничего не делают, которые где-то взяли деньги. Ясно, что они не своим трудом их получили, заработали. И они говорят, вот я вот, вот вам деньги, и вы там все делаете, а мне, пожалуйста, 15% прибыли, будьте добры. Не хотите, вам не даю, тогда вам даю. Вам не верите, вот, вот есть Валерий Александрович, он так и смотрит, чтобы взять деньги. Пожалуйста, Валерий Александрович, мне главное 15%, а я поехал на Гавайские острова, там тепло, хорошо. А вы мне, пожалуйста, каждую неделю сообщайте, как только я увижу, что что-то снижается, все, я деньги забираю, передаю вот Владимиру Александровичу, он будет заниматься. То есть это паразитическая буржуазия, так она и есть рантье. Вот она-то ничего, вот паразитическая буржуазия ничего положительного вообще не делает. Ничего, она просто на рост на теле экономики. А деньги дает? Кому? Она не дает деньги, а ей дают деньги, потому что она пускает деньги в рост свои. Вот не деньги дает, а пускает их в рост. И получает деньги на деньги. Деньги, которые притягивают деньги. Она не... Что там делается с деньгами, куда это, где-то там, где работает, то, что организовывают, где наука, где внедрение научно-технических достижений, это не волнует. Вот мне, пожалуйста, 15%, пожалуйста, каждую неделю отчеты и все. Не смог обеспечить. Вот Виктор Иванович, он обеспечит. Пожалуйста, сразу меняем генерального. Нет проблем. Генерального меняют, это рабочих труднее сменить, чем меняют сейчас руководство. Так, противоположно. Это, вот это, можно сказать, вот зачем мы тут бились. А вот а где вы найдете, в какой еще книге, в каком произведении, может, кто-нибудь мне подскажет, кроме вот этого учения о сущности, рассмотрение таких вещей, как тождество, различие и противоположность. Потому что в формальной логике А равно А. А в диалектической логике не бывает каждый А. Оно не только равно, не равно, оно и равно, и не равно. Ну, всякое, вот любой человек развивается, он равен и не равен самому себе. Любой объект развивается, изменяется. Так мы даже это все изучали в учении о бытии, что есть бытие в себе, равенство с собой, и бытие для иного, они находятся в единстве. И поскольку они находятся в единстве, это выражается в специальной категории «в нем бытие», которое некоторых вот приводит в затруднение, дескать, что это такое. Ну, потому что равенство, оно не просто равенство, оно равенство через отрицание своего отрицания.
Поэтому раз оно через отрицание свое отрицание отталкивает бытие для иного, то оно в нем к себе притягивает только свое. Через отталкивание чужого. Вот оно тем самым и в нем бытие. Хорошее название. Или, говорит Гегель, это просто «в». Вы хотите узнать, что значит «в»? Читайте учение о бытии, и узнаете, что такое, что означает «в». Вот это означает, что это такое в себе бытие, которое противостоит бытию для иного. А что такое все бытие и что такое бытие для иного, вот основная масса членов нашего кружка это уже прекрасно понимает. Мы это многократно проверяли, ну и там кто-то это, если еще не выучил или не запомнил, тут никак, ничего такого сложного тут особенно нет. А вот в учении о сущности голову придется поломать. И вот потом это самое противоречие, которое мы получаем, когда мы будем его рассматривать, поскольку если стороны противоположны, они борются, да? То есть каждая сторона исключает другую. Что значит исключает? Она не исключила. Когда говорят исключать, прям все, ее нет. Да мы друг друга можем все время исключать. Еще никак не можем исключить. Это исключающая рефлексия. Вот она, рефлексия опять появляется. Исключающая рефлексия, когда одна сторона другую исключает. В этом смысл противоречия. Так? И это, поэтому это на другом языке звучит так, что это единство и борьба противоположности. А на гегельском языке это исключающая рефлексия. Ну, потому что он это показывает не как что-то особое, отдельно выставленное, а, так сказать, вот в контексте той определенности в учении о сущности, которую он рассматривает. И вот поскольку и чем кончается эта борьба противоположности, что это само противоречие так или иначе разрешается. Или, как написано по-немецки, «geht zu Grunde» – уходит в основание. Уходит в основание, и на этом основании появляется основанное. И тут еще Гегель рассказывает, что есть еще третья категория, которую люди употребляют – основа. Основа. Значит, опару представляет основание и основанное. Основание проявляет себя в основанном, а основанное, оно основывается на основании. Что тут непонятно? Вот кто не понял это? Все понятно, да? Что основанное основывается на основании. Основание основывает основанное. Что тут непонятно, Борис Николаевич? Понятно? Лучше. Ну все. А вот а основа, что такое? Вот это обычно уже это вопрос. А вот Гегель говорит, а говорят и о безразличной основе. А вы не видели, вот там в Сестрорецке долго-долго стоял заброшенный фундамент рядом со станцией. Долго, и там уже деревья росли, трава. Потом вдруг в один прекрасный день кто-то это купил, место вместе с этой безразличной основой. Безразличной, потому что неизвестно было. Можно было там ресторан построить, можно какой-нибудь бар, можно было жилье построить. А там нагромозили все вместе. И то, и ресторан, и бар, и жилье. Вот такое вот на этой безразличной основе. То есть из этого основания, из этого вот фундамента не следовало, что на нем будет построено. Следовало, что, наверное, кто-нибудь купит и что-нибудь начнет строить. А некоторые потом выковыривают, бывает, этот фундамент. И тогда уже строят не на основе, а на основании. То есть на том, что вот специфично для этого сделано. А эти решили, ладно, мы там добавим, если потом упадет, то нас уже не будет. Ничего страшного. Деньги-то мы получили. Падают ведь только новые дома. Старые дома не падают. Таврический дворец не упадет. Исаакиевский не упадет. А сколько уже упало домов? Ну, там итальянцы, они там хвастаются какой-то пизанской башней, что она наклоняется. У нас что только не наклоняется, если новое. Как узнать, что новое здание или старое? Если кирпичи с него сыпятся, значит новое. Если не сыпятся, значит или сталинских времен, или времен Екатерины II. Там не сыпется. Там, если бы оно посыпалось, уже бы те люди бы посыпались, которые это сделали так. Ну вот, значит, смотрите, получили мы основание, основаны. А потом, значит, сущность, она же всегда именно в силу единства, в силу того, что она себя отрицает, да, она же отрицание, она сама отрицает себя, и вот за это отрицание сущности всплывает бытие. Условие называется это. Вот бытие, которое всплывает вот
в основании. Бытие. И вот это бытие, которое всплывает в основании, это вот эта сущность, но взятая в виде внешних таких проявлений. Сущность же что-то глубинное, но раз она всплыла как бытие, это не сущность. Но это условие. Вот люди все время путают условия и сущность. Это вообще-то, с одной стороны, вроде путают, а с другой стороны, тоже правы, когда считают, что это сущность. В общем-то, это тоже сущность, только взятая как не сущность, а как бытие. И вот к этому относится замечательное высказывание Гегеля, которое следует всем принять во внимание, кто работает и, говорит, не видит конца. Думает, вот мы работаем, работаем, ничего не получается, говорит, распространяем, никто людей зовем, они все равно не идут. Правда, потом, да как придут, как у нас пришли. Мы чуть с ума не сошли на Красный университет, столько народу. Мне прислали 50 уже на проверку. Я не знаю, что буду делать завтра и что со мной будет. Ну, я список успею прочитать, кому я поставил зачет в крайнем случае. То есть, на Гавайи не поедете. На Гавайи не поеду из-за этих вот слушателей Красного университета, виноват. Короче говоря, значит, вот что получается, что есть условия, это сущность, взятая в внешнем виде. Вот если эти все условия создать, то из-за того, что вот условие это есть сущность такое во внешнем проявлении, вот она и появится уже наверху. Уже не в виде сущности, а в виде некого бытия. И Гегель пишет там. И это вот фраза сакраментальная, которую каждый, кто ее прочтет, тот всегда запомнит. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. То есть работайте, все будет хорошо. Вот не получается, не получается, еще это надо сделать, еще вот это, да вот это, да вот это, еще вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И в конце края вроде раз, и появилось. Вступило в существование. Хотя некоторые товарищи уже, которые только начинают изучать науку логики, вместо «есть» говорят «существует». Я всегда отбиваюсь, говорю, не надо такие сложные категории, не надо, это не знаем, вы не знаете, что это такое, я плохо знаю, что это такое. Давайте это не будем. Скажите, что мало, что ли, сказать, вот есть я или нет? Вот вы есть или нет? Константин Константинович, вам не безразлично, вы есть или нет? Вот сейчас ему безразлично, потому что я его усыпил. Вам не безразлично, есть вы или нет? Правильно? Или деньги у вас есть или нет? Сейчас вы уже, вот это точно не безразлично. Здоровье есть у вас или нет? Есть. Не безразлично. Ну и так далее. То есть вопрос о бытии очень важный, и не надо забивать его вопросом о существовании. Сразу говорю, это категория сферы изучения сущности. Вы еще это не знаете. Зачем вы берете такие категории, которые вы не знаете, и я плохо знаю? Зачем? Не надо их брать. Если уж так, вы такой крутой, берите прямо из сферы понятий. Учение о понятиях. Там с виду проще, там потому что снова бытие. Потому что понятие – это снятая сущность. Так вот, и вот появилась первая такая категория, в сущности всплыло более-менее устойчивое бытие, называется существование. Существование при определенных условиях. Нет условий, и существование пропадает. Вот, между прочим, для проведения этого кружка нужно помещение. Нет, мы можем и около метро так кучкой встать. Вот. Но записывать будет хуже. И заинтересуются некоторые товарищи, что тут происходит такое. И у нас не получится такое тихое и спокойное занятие. Подумать, что что-то хотят такое, что-то затевает. Вот. Так что нельзя недооценивать условия. Нет условий, вот скажем, свободное время. Это что такое? Это время для свободного развития, по определению Маркса. Не внерабочее. Это не свободно. Может, я вот, как говорится, как только с работы пришел, сразу в телевизор и там смотрю, там, как пауки кого едят, как они кого убивают, как там жгут, там, как прыгают, ломают кому-то шеи, руки, ноги и так далее. Это свободное время, когда я сижу. Это не свободное по определению, потому что свободное время – это время для свободного развития. И вот только тогда, когда человек развивается,
и удается ему. Даже если он едет в трамвае, и трамвай гремит, или даже стоит на остановке, или человек застрял в пробке. Если он в это время читает Карла Маркса, «Капитал», страница 33, вот это время 35. Для него. А? 35. Далеко пошли. Даже если 33, все равно это свободное время. Вот. Поэтому мы должны это понимать. А какая следующая богатая категория? Я сейчас говорю о том, что ведь когда человек преодолевает трудности, в том числе в изучении вот этого вот предмета, учения о сущностях, ну хочется сказать, ради чего это все это будет? Я буду мучиться, и зачем это мучение-то? Ну правильно же? Мы же не дети там, которых в школе учат сказать, что вы так просто, вы там скажете, давайте изучайте, мы так побежали изучать. Нам есть чего делать. А категория, следующая категория, это категория явления. Есть закон, а есть явление. Закон и является, а у явления, у всякого явления есть закон. Не вообще есть какие-то. И вот хотя определения законов, вот, которые гуляют, ходят, они такие, это какая-то устойчивая связь. Почему обязательно связь? Не знаю, откуда они взяли такие определения. Я не знаю, кто их такие дает. Потому что их кто-то дает какие-то учебники. Кто писал эти учебники, никто не признается. Значит, что это такое? Определение у Гегеля какого закона? Спокойное явление. Вот. Ну, красивое же, а спокойное явление. Вот представляете, море, так вот все волны там бушуют и так далее. А спокойное явление, а вот, вот есть подводное течение. А подводное течение Гольфстрима может на поверхности не проявляться. А оно закономерно течет, огибает страны, которые находятся вот на северо-западе Европы, и там теплый климат. Почему? А потому что закономерно там движутся теплые массы воды в море-океане. Закон есть спокойное явление. Ну и дальше уже существуют разные законы. И если имеется в виду законы каких-то явлений, а не те, которые пишут в Думе. В Думе сегодня написали одно, завтра написали другое. Вот сейчас решили, что, представляете, Дума в среднем получает каждый по 50 миллионов, как нам сообщили уже. И они вот, вот чувствуются народные заступники, они голосуют нет, за то, чтобы 5000 пенсионерам в январе выплатить. И это вместо того, чтобы этим пенсионерам спокойно, значит, проиндексировать пенсии. Каждый месяц, да. Да, по закону. Нет, они, значит, еще и голосовать будут. А почему голосовать? Потому что нарушается закон. Раз нарушается, то надо, значит, решать. И что решать? Не стыдно это 5 тысяч? Ну, я думал, по 50 тысяч, я понимаю, там, вот, народные заступники решили пенсионерам выдать по 50 тысяч. Если чтобы ни с ума не сошли пенсионеры, потому что они такого даже не ожидали от нынешней власти, что 50 тысяч даст. Они, видимо, по 5. Говорят, если мы дадим так много, они же умрут. Это нам привычно, 50 миллионов в год. Мы, конечно, мучаемся, как их потратить, но если пенсионерам дать, у них все, крах будет жизненный. Все. Так, то есть тут это имеется в виду не законы правовые, потому что что такое право, мы знаем из другого произведения, знаем от Маркса, что право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Вот что такое право. То воля господствующего класса. Господствующий класс решил, что больше 5 тысяч не надо. Точно так же, как он решил, что прожиточный минимум у нас 7 тысяч. 7500? Да. Я хочу, да. То есть вы хотите, чтобы я не очернял эту буржуазную действительность? Я согласен, да. Не надо ее очернять, она и так черная, чтобы ее еще очернять. То есть закон замечательный, а дальше это же не все. Вот до этого еще люди доходят, вот, которые не читают науки логики. По крайней мере, они выводят эту категорию, но употребляют. А вот категории действительности вообще не повезло. Следующая категория за этим идет, действительность, когда Гегель обнаруживает, что не только вот в глубине там есть вот эта самосущность, но если она есть в глубине, то она же еще и является, да? А вот сама по себе, само это явление, это же не сущность. А в этом явлении нет того, что соответствует сущности. Есть вот то, что соответствует сущности явления, есть не просто явление, а... Вот что бы вы сказали, молодой человек? Существующее. Не скажу. Существующее. Нет, это действительное.
действительное, действительное. То есть вот у вас есть билет, но он не действителен. Да, есть. Ну, есть. То есть вот есть действительные ученые, есть недействительные ученые. А это ученые. То есть они и зарплату получают, и пишут чего-то. Есть еще члены-корреспонденты. Да. Да. Есть действительно настоящие коллективисты рабочие, а есть рабочие, которые думают только о себе. Вот, вот у нас скоро состоится заседание Российского комитета рабочих, то там собираются те, которые понимают, что без солидарных действий и без общих действий рабочих разных городов, сел и так далее, нельзя улучшить свою жизнь. Это давно уже понимают капиталисты, и никак они не могут улучшить свою жизнь без взаимодействия. Поэтому у них есть союз промышленников-предпринимателей, они там съезжаются. И у них это без проблем, поскольку они садятся на Сапсан и летят на самолетах, встречаются, собираются и обсуждают, как понизить реальное содержание заработной платы. И успешно это делают. А вот я вот в последнее время контактировал по порядке подготовки к заседанию Российского комитета рабочих сил рядом крупных руководителей профсоюзных организаций. Даже не хочется их обижать, называть. И они все говорят, никак, никого послать. Вот ни одного рабочего не могут они направить на заседание Российского комитета. И сами не могут поехать. Потому что у них все время, они как бы в битве постоянно. Работодатель не одобрит. А? Работодатель не одобрит. Это так они не говорят. Мне так ни один не говорил. Они просто объясняют, как им тяжело это сложно сделать. Это почти невозможно. Почти невозможно. Как люди ездят вообще на заседание России? А все-таки приезжают еще некоторые. Есть, находятся, все равно находятся в России люди, которые понимают, что без единства рабочих ничего в стране изменить в положительную сторону нельзя. И вот это действительные рабочие. А остальные... Остальные – это еще рабочие классы, они относятся к рабочему классу в себе. То есть они как бы в себе, то есть они вроде равны сами самому себе, как рабочие, но они не осознали свое положение. Они не осознали, что они есть главный класс, и тот класс, который должен стать господствующим, то есть стать классом для себя. А не в становлении. Да. Нет, они не, возможно, они не в становлении, а пропадают просто. То есть они в становлении, но они в прихождении находятся. Очень многие переходят в безработные, в ничто рабочих. И таких очень много. Потому что увольняют, как правило, очень часто. И в связи с тем, что коллективной борьбы нет за обеспечение занятости. А центр занятости с вами будет интересоваться не больше года. А потом, как бы он вас больше не знает, бомж вы или не бомж вы, есть у вас какие-то средства на пропитание или нет, больше его это не интересует вообще. Все. Дальше для современного буржуазного общества вопрос закрыт. Нет того Иванова. Может, он где-то еще и есть, но его он ничто. Привезем гастарбайтеров из других мест. Вот. А дальше, а следующая категория, вот учение о сущности, до которой нам надо добраться. Это вот задача, будем, наверное, целый год мы добираться до нее, это субстанция. Субстанция – это, по сути дела, переход к тому, что уже, видите, на поверхности явление появилось уже действительное. То есть то, что есть на поверхности, и оно соответствует сущности. Действительно. И вот, следовательно, идет переход сущности в бытие. Только не назад, в то бытие, с которого начинали, а вперед. Вот то бытие, которое получается, в которое переходит сущность через свое самоотрицание, через снятие сущности, называется... Как называется такое бытие, в которое переходит сущность путем своего снятия? Понятие, отвечают люди, которые листали хотя бы науку логики, это ясно. Понятие, и нам, в общем, мы тоже понимаем, что такое понятие. Понятие – это снятая сущность. А поскольку сущность – это снятое бытие, то понятие – это двойное отрицание, то есть это возвращение к бытию. Только вот если я вот
беру эту книжку как бытие, я ее не читал, я просто ее вот беру как предмет и на него смотрю. Серое написано черным на уколойке, а плохим золотым Гегель. А вот если я прочитал, изучил, а потом снова закрыл и снова смотрю, то я ее беру как такое бытие, через которое просвечивает сущность. То есть я, как говорится, насквозь вижу, что там хорошее. Почему я вижу? А потому что я уже знаю. Потому что я это уже прошел. Потому что я снова вернулся, я книжку прочитал, все изучил, а потом закрыл. И получил снова бытие. Но это не то бытие. Это отрицание, это снятие уже сущности. И получил такое бытие, через которое просвечивает сущность. И вот все категории сферы понятия, это такие категории, это категории бытия, через которые просвечивает сущность. Хотя выглядит это там, я одно слово об этом скажу, поскольку заканчивается наше время. Вот, например, суждение, учение понятий. Роза есть растение. Но с точки зрения формальной логики это какая-то глупость. Роза – это одно, растение – другое. Вот растений же много, которые не роза. Это же не тождество, правда? Она описана прям тождество. Роза есть растение. А уж если наоборот, ну раз роза есть растение, роза равна… Да, роза – это субъект, растение есть предикат. Ну, если роза равна растению, то значит растение равно розе. Нет, субъект и предикат. Как нет? Не равны. Как нет? Почему это не равны? Две стороны не работают. Нет, но если я стою на позициях формальной логики. Формальной логики понятия, субъект. А диалектическое я еще не знаю, Иван Михайлович, что ты. Чего вы от меня требуете? Я пока не освоил. То есть, с точки зрения формальной логики, вообще это непонятно, такие суждения. Хотя суждение формальное. Суждение формальное, роза есть растение. Что тут диалектического с виду? Вполне формальная логика. Вполне формальная. На самом деле она неформальная. Потому что роза есть растение, говорит, она отождествляет то, что различно. Это неравенство. То есть тождество, на самом деле, это тождество различного. И вот здесь оно уже сидит. Вот в простом суждении. Почему? А потому что вот в понятии, в языке, вот то, что в жизни нет только равенства, всегда равенство с неравенством, всегда с отрицанием, то и, следовательно, и в языке человеческом. Поэтому можно изучать жизнь так. Поскольку философия есть, изучая всеобщие законы природы, общества и мышления, можно изучать законы мышления по науке логики, и вы будете принимать всеобщие законы всей жизни. Потому что уже человечество в своем языке, не в французском, английском, немецком, там, испанском, а в человеческом языке, оно уже отработало и сохранило только то, что является всеобщим. И по существу вот изучение языка, то есть логики, или диалектики, диалекты, диалектика, видите, как звучит одинаково. Изучение логики, а логос – это знание и логос выведения, изучение языка, если вы изучаете не конкретный просто какой-то язык, как в этом языке, какие слова, какие правила применяются, непонятно почему, а просто запомните это. А если вы понимаете, как устроен человеческий язык, значит, вы… Уже всеобщие законы природы и общества тоже знаете. С обществом похуже, потому что надо еще, значит, такой сделать крупный шаг, который Гегель не сделал. Он исторический материализм не открыл. Его открыли Маркс и Энгельс. О том, что не просто бытие определяет сознание, а общественное бытие определяет общественное сознание. Это тезис исторического материализма. Вот на этом мы занятие сегодня закончим.